Всем привет! Мы продолжаем серию демонстрационных роликов по обновленной линейке TRM с индексом U2. Сегодня мы столкнем лбами приборы линейки TRM U и U2, сравним их комплектацию, индикацию, элементы управления, а также нюансы установки в щит и подключения к клеммам. Заваривайте чай, мы начинаем. Габариты и вес упаковки практически не изменились. В комплект поставки старых приборов входят руководство по эксплуатации, гарантийный талон, совмещенный с паспортом прибора, уплотнительная резинка, монтажные ушки и сам прибор. В комплект поставки новых приборов, так же как и в старые, входят гарантийный талон, объединенный с паспортом, а вот руководство по эксплуатации здесь краткое. Полное руководство вы можете найти на нашем сайте. Крепежные кронштейны и, соответственно, сам прибор. По внешнему виду новый корпус получил более узнаваемый и сочетаемый с остальной продукцией нашей компании дизайн. Цвета выполнены в светлых оттенках серого. Для улучшения охлаждения новый корпус дооснастили дополнительной перфорацией. Схема подключения нанесена на тыльную сторону прибора в виде лазерной гравировки и теперь не сотрется со временем, в сравнении с бумажной наклеенной схемой на старом приборе. Что касается индикации, как вы можете заметить, добавили второй индикатор и увеличили первый с 14 до 20 мм. Нижний индикатор имеет высоту 14 мм. Состав кнопок также изменился. Появилась новая кнопка «Назад». Теперь не нужно прощелкивать самый конец меню, чтобы вернуться на предыдущий уровень. Достаточно просто нажать кнопку «Назад». Эта кнопка также участвует в составе комбинации клавиш, которые мы затронули в одном из предыдущих видео. Ссылка будет в описании. Габариты корпуса по длине и ширине не изменились, а вот глубина нового корпуса уменьшилась с 65 до 53 мм в сравнении с корпусом ща1 линейки U. На новый корпус добавили крепежные отверстия на верхнюю и нижнюю грани корпуса. Монтажные кронштейны теперь можно крепить не только в горизонтальной плоскости, но и в вертикальной. Это особенно удобно, когда несколько приборов в щите располагаются близко друг к другу. К тому же кронштейны крепятся на трещотке, благодаря чему затянуть монтажные болты можно теперь одной рукой. Как вы могли заметить, корпус поставляется с надетой уплотнительной резинкой уже с завода. Это позволяет ей не заламываться и не деформироваться при транспортировке. При креплении в щит нового прибора резинку практически не видно. Прибор смотрится эстетичнее. Вот две фотографии для сравнения. Теперь о подключении. В новом приборе поменяли клемник с лепесткового на лифтовой, благодаря чему оконцованные и неоконцованные провода не вылетают из клемника при монтаже, да и в целом держатся надежнее. А теперь отличная новость. Наконец-то в приборе появился встроенный шунт. Для подключения токовых датчиков его можно активировать с помощью DIP-переключателя на боковой стороне. Для каждого входа шунт активируется отдельно. А вот в старых приборах шунт приходилось подключать внешне, что доставляло немало хлопот. Ведь мы все знаем, как его трудно найти и легко потерять. Что касается схемы подключения, она не изменилась, за исключением шунта, о котором только что говорили. Таким образом, новым прибором можно легко заменить старый, находящийся на объекте. В следующих видео покажем работу TRM от разных источников питания. Покажем, как ведет себя прибор при низких, при высоких температурах, а также при воздействии помех. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать наши видео. На сегодня все. До скорого!